Точно. Бог есть все-таки, Колян. Тащит, видишь? Снимай. Это, наверное, самый крупный улов. Ну, по весу, по крайней мере. Не, по весу у нас щука все-таки. Ну что, начинаем снимать наш фильм. Собрались мы на рыбалочку. Время 5:30 где-то утра. 6 уже. Ну что, заправились мы бензинчиком, продолжаем свой путь. Едем мы в Чуйловский район Рязанской области. Там сзади лодка болтается. Сегодня будем пробовать троллить. До обеда потроллим. Если, соответственно, ничего не поймаем, может быть, поджигуем. Если троллингом будет ловиться, то будем ловить троллингом. Правильно? Да. Попробуем сегодня. Наконец-то попробуем воблеры, которые на Волге работали. Я их так и не опробовал, которые пришли. Покажем все это видео, вы увидите, на что будем ловить, как будем ловить, где будем ловить. Продолжайте смотреть видео. Все только впереди, только начинается.
Поехали? Поехали. А еще кембрики одевают. Специально на простой крючок одевают кембрик красный. Очень новость. Покажи, на что поймал. Мотор гнился, он здесь. Все, хорошо. Продолжаем. Ты знаешь, поклёвку у нас? Похоже, хорошая. Килограммчик точно. Угу. Вон его на рыбалку приехал, не жрать. Накорми человека, да? Он еще и рыбу ловит. Нет таких углеров, таких вот видите. Я просто везде там. Я стал? Ну и тут даже побольше килограммчика. Нет, все, пишу еще, вон. И это пишет давно. Я говорю побольше. Типа подкромней. Только меньше. У меня есть сейчас человек такой. Что, ёлки-палки? Давай.
воблер. Вот я кусок мелкий. Хорошие, хорошие, прям зачетно. Не говори, не мой. Ты, пожалуйста, один небольшой воблер и окушка поймал ищетку. Продолжаем ловить рыбу. Работает один и тот же. Да? Да. Вот. Продолжаем. Да. Да. Сейчас, подожди. Ладно, не буду скучать. Коля? Вон она, красавица. И у меня тоже. Есть. И морик. Не-не-не. Окушок, наверное, хорошенький. Вот так вот, Димарик. Сразу две покрылочки у нас. Вот, щучка небольшая, я окушок вот такой вот. Ну, такой зачетный. В одном месте. Окушок на отводной. Щучка у нас на троллинг. Такой дуплет, можно сказать. Поймал, и то хорошо. Чё я? Слушай, да? Ты про чё знаешь, как поймал? Середина скупновато на мелкого опыта. Я когда начал вытаскивать, поклёвки-то не было, я тащу, потом уже там удар был. Я и говорил, кстати, мы с ним ездили на джих, я тоже пульнул, начал троллить на джихе, да, это я. Да, идем туда, на пляж. Спиннинг, ну, на носу сидит обычно длинный спиннинг. Моя удар забагрил. А что, ели котлетчиные? Колбаса копченая. На отводной вот как раз вот где вот эти вот. Где-то боржа.
А вот ты говоришь, дно-то. Вот там на одно, там вот окунь да, будет, а здесь оно как блюд. Я понял, блядь. Вон здесь и кори с димарит. Сейчас здесь попробуем покидать. Что там за глубина у нас? Одно сделать? Отводной. Давай будем себе делать отводной. У тебя есть этот ветлюжок? Ну вот такой вот, вот. Да нет, он, как бы у меня, по-моему, там он один что-то остался. А, стой, есть у меня, нашел. Есть, есть у меня пачка. Забей. Закинул, дно упал, два раз дернул, подмотал, два раз дернул, подмотал. И вот таким вот все на. А он там сам болтает, сам играет он. Во, ага. Таким макаром. Дернул? Ну я вот во время вот дергаешь и одновременно подматываешь. Раз, раз. И вот таким этим. Ну это надо нам вообще, наверное, тогда вставать, вот там, где мы плавали, да, и делать. Где глубина, да, и на глубине. И трава. А, и прям в траву кидаешь. В траву. И вот. Давай, Димон, может, нам время не нужно.
Все. А, я себе хотел другую вещь. Да. Да, тот же самый принцип. Ну какой? Ой, красавец. Второй мой опыт от вас. Ну, для видео ты первый. Что не съел? Ладно, звук оттуда. Сейчас с тобой приманочку подгоняю. Вон, смотри, он на этот фиолетовый. Сейчас с тобой тут. Ну, может, тут смысл из какашечку поставить. Так, подожди, сейчас мне за это кто-то цепанул кого-то, нет? Нет. Это, наверное, хороший окунь. Смотри, как гнет. Это прям, наверное, очень хороший окунь. Это или очень хороший окунь, или маленький судачок. А это у нас судачок. Это... Ну да. На эту фигню, только это коричневого цвета. Я говорю, один удар был, и сейчас сразу второй удар. Не сразу, вот через 4 поклевки удар, и вот смотри. Вот такая вот прелесть. Тихо. Хариус свой закрой. Вот, пожалуйста, судачок. Вот на резину. Заказали, увидели в ютубе, вот такая вот. Я не знаю, как это даже назвать, личинка чего. Да, кто говорит, что это личинка стрекозы. Вот. И он такой вот личинку, не было поклевок вообще. Одна поклевка была пустая потом, как после того, как я поставил такую личинку. Ну а другая поклевка была. Вот такая получается рыбалка. Видео решил разделить на две части, потому что 46 минут смотреть тяжеловато. Так что конец первой части видео. Вот ссылочка на вторую часть. Смотрите, дальше еще будет интереснее. Приятного просмотра.